вот идут крупным планом, вот они. О. Это я там снимал площадочку. Взлетная полоса. А это женщина с мужчиной, который там вот в этом верблюд. А где вы, Александр Игоревич? Здесь стояла моя палатка прямо вот так вот. Так она стояла. Вот здесь стояла палатка моя, сейчас покажу. И иду вот так купаться. У меня вот тростник потом повыше вырастет. Ага. И я его здесь сюда протаптываю. Вот здесь протопчу его. И потом иду вот сюда загорать прямо. Да, красота, конечно. Юнга, да? Да. Я просто юнгу тоже. Юнга. Как возьму? Это вот горушка. Пустынная. Пустынная, никого на ней нету. Ну что ж, хорошо, Александр Игоревич, да. Да. Все. Да. Чего? Да, строительство идет. Идет строительство.
Александр Игоревич и как Кудрин. Вот он! Вот он, Коктебель! Вот он, так! В стране голубых вершин жили, работали, творили поэты, писатели, художники. Поехали! Так, вот они. Да, Коктебель, красота. Вот эта гора есть, Клементьева гора, вон та, кстати, стоит. Угу. Сзади она, вот там вот планиристы летают. Видите, да, пара планиристы. Дом писателя. Вот кратники Александр Игоревич. Что? Ягоды? Мне. Это, наверное, все-таки просто цветы, конечно. Да, дым производит впечатление. Хорошо, Волошин. Чего?